нахуй, пожалуйста. Че, смог, ты смог коляску до компьютерного стола довести? Закрой ебало, собака ебаная. Не, мне кажется, вас сейчас надо замутить, типа с нулевой двоих, все. Если собака ебаная пиздить не будет, то мы же не видим. Эй, не собака. А кто ты, блядь? Я гуль. Ты псина сутулая, блядь. Я гуль. Ты псина сутулая. И начинается. Псина нахуй, я гуль. Ты псина сутулая, тебе сколько раз повторять. Вам уже не надоело, блядь? Вы типа третий день вот этим страдаете. Не, уж вчера не было, блядь, день прекрасный. Мне надоест, когда их обоих замутят, вот и все. Да мутили уже. Потому что на публику играть, так сказать, не выйдет. Мы что, на публику играем, Аза Ханыч? Конечно, а как же по-другому? Каждый день, блядь, на публику. Надо фласку и масло купить. Аза Ханыч пошел нахуй. А ты-то нахуй что-то срёшь в чат, не могу понять. Эй, блядь, куда нас перемещать? Там деда перетаскивает всех, походу. Кюква. Опа. А что там у Сэджу за пугарей? В смысле? Почему у Сэджу? Ну, он там внизу в пугарей. А, он на чумку зашел к ним. Понял. Понимаю. А Бэма, ты сегодня беседовать будешь, а Бэма? Здорово, Кость. Здорово. Привет, Зуханыч. Я буду смотреть аниме. Сколько рот нахуй? Что ты бежаешь? Не, я ебал. Тогда я почилю, раз не будешь беседовать. Заходи давай. Почилит он. Молодец, беседовать не хочет. Почему мне ассиста? Я траву подсобираю. И на меня звезду поставил. А что надо, похилить? Типа что, лети, Пидер Винст? Я лечу. Ну, Танатос еще так пидор. Как ты догадался, блядь? Я уже в пути, в льду. Уже в грозовой беде. Давай, расчехляйся. Кто? Деда. Кто я? Я думал, мы в ТТГшку сходим. Уже две штуки стояло. Да-да. Да-да. Да. Да-да. Ну вот, блядь, но по итогу из-за их целкашки у нас минус 3 человека, можно сказать. Ну да. Угу. Ну, обычки запустили с пола. Понял. Печально. Ты как хотел зайти? Так, почки ему зайти. А на ком у тебя? Почему? У тебя ты на ДК был? Заходи на ДК, может? Если ты на ДК не был. Ты зачем бежишь, там телепорт открыт уже? Желание, а, ты на Локи. Да. Я хотел спросить, где твой ДК. На Локи у нас локов нет. Ну, лечись, будешь самонить. Ну да. Хоть чем-то ты будешь полезен в этом рейде. Чё, блядь, портал не для людей? Придумали, алло, мне Войд в личку спамит. Нет, успокойся. Я не думал, что вы его уже открыли. Кого открыли? Портал. А скажите, не пожалуйста. Рабочки вышел запустить. Т4, точка, тот самый, точка, блядь, этот, точка 3, блядь, открывается нахуй так же с 3DS, блядь? Да. Охуеть, блядь. Ой, блядь, Т10.3, так же 3DS, да? В принципе, как я думал, что сегодня мы половину рейд.
базарь там. Так а чё настроение твое? Что случилось-то? Ну хотя увидел бы я такую, блять, льду вторую, я бы тоже расстроился. Я думаю, откуда звуки этой стрим? Я видел печаль сейчас самого печально. К чему уже заезжаем? Или чего вы делаете? Или просто машинки надо тоже... оставлять? Ну так дорожно. Ну тогда все, осаживаемся, окей, пойдем по изи, да и все. Сегодня будет изи, да. Мы там сидим. Занимайте все разрушители. О, дайте, пойду сяду. Дайте сесть кому-нибудь. Занимайте вторые соты. Ну-ка. Все разрушители, заедьте на починку, чтобы у вас сразу была фул рада. Блять, тут же по кнопке нахуй, инвайт, дайте ебаный в рот. Заезжаем все за колонну, чтобы никто не остался снаружи, что убиваем. Видимо, там. Я понял, меня в этой хуйне кинули одного. Сяду к призну. Да, где? Надо это какого? Стоит сейчас спрашивать, кто может прийти на вторую дву, все. Чтобы оставались люди. Вот мне страшно, что со второй целокашкой так будет. Да. Наша какая-то пачка была. Ну ладно, если тебе лутать в принципе зеры, то в принципе ты. Не, просто тема в том, что если я полутаю вот на это, этом КД и ОП и гер, то мне останется next КД, и я на next, но КД уже соберу точно. Але. Ну это если надропает. Даже если не надропает. А, даже так? Ой, да. Ну не хватит 2-3 осколка, я докуплю, пофиг. Или подожду. Ну, докупишь нормально по теме, кстати. Ну, там 3 осколка, типа, надо купить. Не впадло на скидки. Они еще не закончились? Кстати, не, не до 8 числа. А, на 8 марта, типа, не будет скидок? Включительно. А, кому что-то надо, пишите сразу. А что там выпало, я даже не вижу. Кольцо и меч. А что, там инвайт якобы какой-то будет? Ну, блядь, если плюс будет, то инвайтить. Мы же не знаем, кого инвайтить. Мы не телепаты. Извините. Мы реалистами. Ладно, в натуре. Мем. Не могу пригласить члена другой. Пишите в ПМ, кому что надо, если... Чё все тут? А что тебя стакрывают, пуляйте. Не, а, уже за пулей будешь. Пиздец. Да это все грустно, конечно. Нихуя себе, там хилить будут. По пол ебала отрывает. На лужах не купаемся. Вспоминаем. Сцену поактивируешь, пожалуйста, Пушкин. Поставь себе портал рядом с ним. Да, я активирую. Ага, окей. Надо не забывать душ сосать, ты душ мало. Нихуя себе. Не, что там, что это почка на 8 боссов сегодня. Да заебёт, блядь, на меня. Ну не везет, чуть-чуть поделать. Ну такое бывает. Ч
Че там по пушкам 38 секунд до ластовой? Блин, прикольно быть на хиле. Ощущение, что... Вот говно летающее, а? Че, ну тебя засирают по максимуму? Да пиздец, заебалось, блядь, как будто я один в рейде. Пять секунд и фаза. Приготовьте бурсту, как только спустятся, дайте гиру. Давайте гиру, УДПС. Толку мало, все равно вряд ли переведем, но... А, перевели. Не хочу. Я что-то завтыкал. Мне показалось, что он взлетел. Такой чел, блядь. Да, Сава человая. Сразу после астаквилы поставишь, пожалуйста, вилами в шкаф. Самоним. Без проблем. Конечно. А, вот стоит еще шкаф, кстати. На нее есть рехэм режим? Нет. Я не дотягиваюсь, блядь, до тебя. Так, вот он в рей. Значит, никто не плюсанул. Ну да. Чё? Если что-то надо, пишите, блядь, я не телепат, нахуй. Учись. В идеале пишите ему, наверное, FPM. Да, Холидрин? В идеале. Деда, ты хотя бы будешь сегодня в целке разговаривать? Если мы дойдем до целка. Разве на целка не пускали? Ну, ключевое слово, после ульды. А хотелось бы еще в ульде хоть пару хэмов закрыть, а то это пиздец будет в лобочке пройти. Видимо, по воспоминаниям первой ульды на этом, когда так точно хотелось бы пару хэмов. Еще раз говорю, кому-то что-то надо, пишите. ПМ сразу. Станом выдавайте только в касты раньше времени, пожалуйста, не давайте, чтобы не было динамичного. Стелси, в ульде шмот весь без ГП. Как это без ГП? Будем сейчас начислять. Тогда надо за другое действие. Нормально ты придумал. Блять! Спасите. Да не ссы. А теперь ссы.
Скоро у вас там волонир уже с дедом? У деда скоро. Скорую, скорую. Врача. Это сколько в деду осталось? Сколько? 5 в деду осталось. Ну, грубо говоря, еще 2 КД, да? Ну, если повезет, 2. А если нет, то 3. Если супер повезет, то 1. Если вообще не повезет, то 3. Да. Хотя есть небольшая вероятность даже на 4, кстати. Ну это пиздец как. Должно не повезти. Не, ну чё, смотри, если типа первый удар фулл соберется, типа, ну, с ХМ же там с этого, с Левиафана падает, да, вроде как еще с холла. Не 100%. Не 100%. Ну окей, повышенный шанс, допустим, да, там уже типа. Вот с этого с Левиафана выпадет там. Типа... С любого ХМа шанс повышенный. Один хуй надо будет еще раз идти во льду, чтобы закидывать в рот. Ну да. Да пускай донатит 2 осколка, бля. Ну, блядь, нет, надо следующую, сука, 4 людей спрашивать. Те, у кого есть войны, адекватные люди, кто может прийти тоже в субботу. Была тоже фулл тачка хорошая. Чтоб тоже идти фулл ХМ. Блэйнот, после первого каста возьмешь третью ауру, я освобожу ее тебе. Чтобы дать под следующий каст мастера ауру. Хорошо. Забирай. Выкачал расу уже своих эльфов бездны? Транквил. Да. Сколько голды въебал? 180 вроде. 180? Да. Где ты, блядь, столько голды нахуй взял? Не знаю. Деда ограбил. Что? У меня, блядь, только 97 нахуй. Давай, это не взять все это. Давай, мастера. 1000. Что-то вы поздно ее сдаете как-то. На каст обычно дают. Блять, ну как я и думал, в принципе, нахуй. Да нет, там, короче... Расхиливайте, сову жарят в котле. Да хилим сову. Не станешь такой курицей удобной фрежевой. В принципе, как я и думал, 1200 надо, чтобы прижаться сделать. Ну там... Мы... В среднем так и горят, потому что... все зависит от цен на аук. Да, то есть мне очень не повезло, у меня очень часто выпадали квесты, которые там по 8 тысяч на них уходят. Не ебать, он заебет, а? Угу. А поломайте ему кош. Пока я им то, что брала только вода и профита. Да, где-то допиздится нахуй. Да пиздец. Ебать, показалось, что осколок выпал, нихуя. Я уже думаю, нахуя есть. Портал. Топор порулить. Топор пиздат, если в прошлый раз такой выбил. Хочу топор порулить. Давайте порулить. Давайте. Хочу топор. Эх. Я бы тоже порулил. Так, а, ты шалот. Да. Порулить. Сюда, блядь! Не факт. Я понял. Факт! Сюда, блядь! Давайте, левая пачка техникам станы раздаем, не стесняйся. Хочу протодракона, блядь, с Ульдуара, нахуй, за Костя. Стрэпсов. Где мы? Наш обмен. Выводи с подкупом. Пока прощаю, Лани. Понятно. Что, в рай? Так, сейчас я реорганизуюсь. Да, рутера вообще. Какой бис? Кто без? Мужчина. Тогда пидора будем бить в хейме. Чего на жопу? Ну, мужика?
Почему нет? Мне почему-то... Снимайте корни с этого пиздюка. Не остался, кто первый успел, тот и забрал. Блин, кто в ППшке аурек вставляет. Кто там балуется ППшкой? Хочу на Легион. Так съебался бы их отсюда. Сожидаю за ханыч. Прыгнул нахер отсюда. Вот на сердце дадите гем. А мы лапками заебашим? Да. Полным. Да. Хуй заебашим. Интересно, кидает ли Костя свой свою херню? Черную метку выносим, желтую ближе к меликам. Черный лево-право. На порезку брони ты имеешь в виду? Я не помню, как это называется. Просто если кидаешь, то мне не надо кидать. Волшебный огонь. Наверное, да. Гейра. Ну, я ж тебе не бич. Ну ладно, раскидаешь тогда. Бури. Тем растите, тем растите. Высыпнул, блядь, на этого пидера в хрень убьем. Да, почему нас хотя бы захилывали? Блин, вот у тебя есть массакр? Да. Сдашь по команде моей. Хорошо. Ну, Боря бы выноси. Ты в скроу играете? Все в скроу свичнулись, все. Никто не чилит. А Сэм, выйди чуть-чуть от рейда. Вторую искру заливаем, звезда стоит. Я не понял, а что там сова, блядь, чилит нахуй, дедовская? Да заливайте вы искру, она стоит без хп, не знаю сколько. Следующую пошли, апофей выноси. Так, Донат, на следующие такие же кулаки сдашь массакру свой. Окей. Иска, так и зову вынеси. Призванная, дойди чуть-чуть. Сдавай. Во, это вынеси. Свечно весь воскал. Сейчас там не трусы. Все, хорош. Куда понес, блядь? В Долоран. В Долоран, блядь, нахуй. Выносите эту желтую ближе к меликам. Как это выйдет? Не занимает профит. А тебе, Рома, сколько осколков еще надо? Ну, после этой игры, если тут будет только 2, то 10. А сейчас 12. Деда, давай БР. Деда, БР в профит, а Инра в Археле. А не надо. Ну, что ты мне подсказываешь, что сегодня будет только 2? Ебать, вреснули нахуй. Понял. Покидаем тело, блин, заходим, рейд, ТПХаемся, порталом вестибюль. Все на конкомбат, зайдите в лужу и сдохните. Значит, вам не повезло.
Спасибо, призыв. Блин, кто все подпустил? Не изнасиловал и все убил. Да, столик бумаги. А мне-то зачем? Жизнь отвод, буду хуярить пока ты. Угу. Ой, жена, ты здесь? А, нет, еще. Сейчас, когда ты пахнешься, я побежу дальше. Иди пуляй. На этих двух будем сейчас не стоять в лужах. Такие красные руны будут появляться у вас под ногами. Из них выходим. Очистить вас никто не будет, и придется бежать и чиниться за свой счет. Как же за счет компании? Ну так уж по своей вине умерли. Выходим, милики, милики, ёб туда. Да выйдите вы с рун. Вы, блядь, видите под ногами красные руны, блядь. Кружки такие красные, ёбаный в рот. Буква Ю. Не будьте. Ну, раз буква Ю, не хильте того, у кого буква Ю. Быдло. Быдло. Затриггерил, блядь. Блять, на лицо прыгнул, тварь. Тебе ж понравилось или не особо? Не, как-то не очень. Прыгнул и обоссал. Полиролей падает не одна, а три штучки, а сколько? Да это вранье. Еще обнова не вышло. Я че сегодня тогда лаунчер догружал. Сразу весь этот пак спультим, запинаем его. В первую очередь убиваем ремонтников. На одном звезда, на втором череп. Блядь, и мне наебало прыгнул. Тебе тоже не понравилось? Ну был бы он как минимум женщиной. Был бы он ну, человеком. Ты знаешь его точный пол. Заканчивай, где ДПС? Чё, блядь? Сейчас будет снова модуль, у которых будут красные руны, из которых надо выйти, чтобы не бить бичами. Кто стоит в лужах и купается, его не хильте. Деда, можешь погреть чуть-чуть? Я сейчас зайду к этим людям в десятку. Буквально на минутку. Скажи им, что они пидоры. Ну чё, уели? Да, я скажу. Я очень злой, у меня очень хуёвое настроение. Не, ну чё, я, блядь, Ломаунту говорил, что типа, ну, до 4 вы чумку не занесете. Он такой, ну я в ульде был. Ну а то, что ты других людей, типа, забираешь, а потом в Геру еще идти. Пизды сейчас получат. Бля, я бы зашел бы послушал. Понятно. За кокол здесь там хочешь, да? Ну так, чуть-чуть. Так. Есть только натуралы. Не зайдете, не бен ГП. Я уже был. Че, вы сюда пришли пугать нас?
Пидор и сказал, что им будет ГП, если они не зайдут. А что дед сказал? А, я не знаю, я вышел. Понял. Ну смотри, еще никого не тикнули. Ой, ты можешь спекнуться, пожалуйста, в медведя? Сначала для маленького, потом среднего, потом большого. Ну-ка, ты еще то, что ты сошел. Одно, ну окей, одно так одно. Тогда мы начинаем Филиппа. Только один единственный момент. Деда, давай и... попиздим. Invisible, можете себе выставить, пожалуйста, таунт на панельку? То есть, как только умирает крестик средний, в ту же секунду таунтишь на себя сталелома. После чего его перетаунтит Юля. Надо, чтобы ты словил баф и тупо его задепейсил. Понял свою задачу? Все, красава. Тогда поехали. Юля, когда пуль. Дебаф будет кончаться, тебе надо будет выйти из рейда. Да, нормально, если там все будет. Мы даже если сосредоточить. Череп пофиг. Добьем. Да, сначала череп. Через 5 секунд будет трудно, готовься выводить. Залей, пожалуйста, Эйнера в Рахеле. Поебался, мы на себе подрегили. Сейчас появится синяя руна, в нее сразу не сбегаемся. Наоборот, наберем ренжу. Чтобы туда не улетела еще и зеленая. Набрали ренжу. Все отошли от синей подальше. Заходим в синюю. Invisible, выходи на ранжу. Готовься таунтить. Давай, таунти. Давай, 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 давай. Ну, блядь, Юля все мусорит. Рано Юля забрал. Дайте Геру. Все, мало нам больше не понадобится. Давайте вливаемся, не жалейте силы, не жалейте прожимки. Отойдите все от Юли. Теперь оверхилим инвизибл. Где? Не там, где, ё-моё. Инвизибл, забери, мы тебя за оверхилим. Бейте, бейте, бейте. Молодцы. Убеги от нас, отойдите. Пожалуйста. Отойдите. О, дай меч паролю. Кому диск? Рун меч. Ну, у тебя есть диск, Холидринг? Может, себе заберешь? У меня есть. Окей. Ну, все, тогда сейчас как встанешь, мы туда добежим с умами у тебя. Поставишь, пожалуй, ставила не шкафчик на этом. Рольте. Угу, сейчас приду поставлю. Да ё-моё. Все, все. Соточка.
Борьба обмен. Так, тут у нас есть великолепнейшая наша правая рука, которая находится слева. Как хватит нас товарищи туда? Свечимся в эту руку, пока в нее не перестанет входить дамаг. Точнее, пока не начнет входить дамаг. Захан еще сумануть надо. Да, сумните. Тыкните. Прием. Ебаные паровозники. Блять. Пройдите все через линию, пожалуйста, чтобы не остаться с другой стороны. Блять, надо купить этого пидораса, который ломает этот нахуй этого паровозика, блять. Чу-чу. Машинисты ебаные. Через линию пройдите тогда. Ты готов. Заходи, Стриптилл, давай. Все рядовышники, рассоситесь по этой полосе, по квадратикам. Юля будет. Сколько там, 15% ему смерть присылают? Я 20, не помню. Свичнулись все в правую руку, в черепочек, свичнулись все. Никто не ленится. Правая у него слева для нас, визуально, на будущее ДКшникам. С лучом не бегите через других людей, выйдите к стеночке и беги по стеночке. Снова свечнулись в черепок. Правая рука для нас на слева, напоминаю. Быстро свечнулись в правую и добиваю. Красота. А его можно заберстить его только в тело? Да, конечно. Ну, вот у нас два Абубы и Абэмы, которых надо залить одновременно. Где там эта дура? Проведи их повыше, пожалуйста, на всякий случай, если будем долго заливать. Давайте, все в черепок стянули, сейчас Юля нам приведет. Все ДД. Кто у нас? Кто тут, кто не тут? Давайте, в черепочек. Готов быстро зауешь, мы будем лить тут пока. Да, тотем трепета. Конечно, остался без этого тут никуда. Все ей прямо подъебал, останьте. Ни сбоку, ни сзади, прямо передъебал. Берегитесь. Этот каз бить.
Вернулись, всех подъебало ей. Дайте мелкую овешку. Этому через 5 секунд дайте стан дикому хищнику. Стан. Сейчас должен быть фир. Как он умрет, появится лужа, из которой надо всем выйти. Выходим из лужи. Выходим из лужи и встаем ей под ебалом. Никто не купается. Берегитесь. Деда, ты сегодня всю эту будешь молчать? Или хоть потом включишься? Я сейчас достану сегодня. Пускай молчит, пускай, может ссылка говорить начнет. Ты думаешь, она сегодня будет? Я думаю, да. Сбить каст. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. Могу перед фером стан, да, Шабуребай, пожалуйста? Защитнику. Нахуй он так орёт, блядь? Фир знает. Сейчас у нас будут кучки. В кучке будет тогда Брейн не заходить, раз Войд покидает ему ПКД корень, чтобы он не прыгал. Спасибо. Блин, какая тишина. Может, хоть кто-то анекдоты порассказывает? Готов построить здесь половину рейда, знать великолепные анекдоты. Не зайдите в сугроб слева, умоляю вас. Не зайдите. Сука. Это традиция в него зайти, я понял. Без нее не обойтись. Тогда в следующий ВКД зайдем всем рейдом. Дальше впереди слева тоже есть сугроб, туда обязательно зайдите. Блядь, зачем ты это делаешь? Он все равно не рабочий, так что пофиг. Этому слева? Тоже покидаешь корневой, пожалуйста. Слева, да. Правый никто не заходит. Натуре не рабочий? Этот нет. Бля, как так? Дымка нет. Непорядок. Этому корню сначала загробника. Более мерзкий. В лужах, которые делает загробник, не стоим, они дамажат. Они такие большие, синенькие и некрасивые. Сейчас никто не цепляет снова сугробы. ГП за них не дают. ГП тоже, к сожалению. А в актуале дают? В актуале всем дают. Там большого бьют. Все вернулись, никто не чили перед входом, ходило. Бьем трэш, не стесняемся. И отойдите подальше от этого сугроба, чтобы вас туда не откидывало. Пиздец. Блять, шкуродеры вы злобные. Ну не стоит их шкура нихера. Забейте его. Нет смысла ее фармить. Главная задача на этом боссе. Убить вспышки. Не стоять очень долго на одном месте. Заходить в синие лучи.
и разносит грозовой баф. Выходить из маленьких луж. Все. Все максимально просто. Поехали. В первую очередь вспышки, потом босс. Грозовой разносим к большому количеству людей. Она поет ваш крит-дамаг очень сильно. В лужах не стоим. Врей, на одном месте тоже долго не стой. Помолчу. Выходим из луж, не стоим, не лутаем внешний дамаг. После чего заходим в белые лучи. И тут подамажим его, радуемся жизни, все без дата. Вернемся грозовой бас. А, он в мелизоне бегает идеально. Он долго бьется. Все вышли с больших луж. После того, как они упадут, зайдем на них. Заходим, заходим, заходим быстро. Я не ожидал, что какая-то херня будет. Такая вроде. Ну дай хотя бы эти осколки, гидр ты вонючий. Не, нихуя. Я уже понял. Это пароли, токены, пароли. Это снова наши любимые друзья, которым надо дать пизды одновременно. Иначе они на нас обидятся, это тут пизды нам. Свичнитесь в того, у кого хп больше. Вот и обмен, нет. Ну вот. Вообще не выйти купить сигареты. Сейчас микрофон. А тебя ебёт? Меня ебут, но... Нет, ну ладно. А кто? Твой батя. Ну если они... Они пупчики... Пора ты просто ещё. Рома, ты... Если чё, ты это... Ты спроси у него, там он хлеба купил. Ты пришло уже? Я не знаю, сейчас гляну. Катрисин, знаешь? Отключить. Катрисин, ты спроси... Что ты там, хочешь? Ты спроси у него, он там хлеба купил или нет? А то, как это бомбил... объем бабычки, мы будем возвращаться. Она-то в ступе. Хе-хе-хе-хе-хе, 96. Рутокен, уступишь? Ве. А, поставьте шкаф, суманите рарника, добери, пожалуйста. А там красивая, там красивая шмотка. Так. Рарника. А или я ты... А, да, ой, извини. Я тебя не заметил. Эх, минус камень. Ничего, можешь его сейчас на трешу пососать. Еще пососу, как насосусь. Ммм. Может, тебе лучше мага делать, себе, нежели Лока. А, в комнату у нас пойдет четвертая пати Варахиэль, Ультраприст и, пожалуй, Заханыч. Остальные останутся сверху. Я в комнате не был, зря ты так не оставишь комнату.
Ничего, будешь ходить либо Рома. Ну ладно. Да там, в принципе, только Манси. А, ну, тогда похуй. Right. Да. Четвертое, блядь, да плюс. Мы ж в Хэме бьем или в обычке? В обычке. В Хэме отсосем, да? Угу. Давайте, сначала прислужника, первую очередь. Шкайпок. Понял. Все налево перешли. Я тебе вернул свой клятву хранитель. Тебе понравился? Охуенный. На клятву же. У меня такой уже есть. Да, ну ладно, будет на один больше. Да, нормально, по левой идем. Угу, заебись. А, какой хороший сегодня моб. Все заходим через линию и прямо ему под жопу, прямо под жопу, чтобы он не тыкнулся к вам. Ничего разнулся. Вы же самого босса бьете? Не, это рунический этот, блядь. Ну, идем к нему через кишку. Ой, ты же знаешь, что Лизакса будем бить в Хейме? Ты же включишь микрофон, я надеюсь. Давай в Хейме. Ну, к чё ты, Везакс, и сам можешь со мной поговорить. Там же нечего говорить. Главное, чтобы пары не били. Ну да. А, чтоб, я, в принципе, а я вообще не бил. Там тоже хочу. Чекать не хочу. Не люблю я это дело. Хотя, чё там по времени на Хейм? Еще 40-50 секунд. Да, не. Не сделаем. А что не сделаем? Народа мало. Давай раз попробуем. А, давай. Разок чисто. Окей, разок тестим. Сейчас тогда быстро добегаем, опускаем его. Тут же все в ульте уже были. Ну, вайпа совпадом. Ну да. Тут-то у нас все были. Объяснить никому ничего не надо. Я хуй знает. Не успеваю. Ну да. Надо было еще Invisible с нами взять. Точно бы успели. Эти жалкие смертные беспомощные передо мной. Не заходи. Блять. Ой, ладно, Захарыч. Не заходим в по центру, идем справа. А я не знал про эту хуйню. И я тебя не услышал, ты не успел сказать. Ну ладно, я не знал, что ты не знаешь, так что фиксим, стой там. Тебе понравится. Да, чилю, блядь. Из босса будут идти рученьки. В этих рученьках не стоим, ренжу друг от друга набираем. Не ленимся. Чтобы я сопнуха не делал, ай-яй-яй. А вот не говорил, что вы все бичи. Хотя, ну, сейчас я говорю, так что я... Можно бэрнуть, я спрыгнул вниз. Профит, да, пожалуйста, бэр. По захрану еще. Что за инстом, нахуй? Мы не стоим друг с другом особенно. Я это Катрисио? Я еврей. Ну чё вы за инстом? Ну, я отходил. Вот я тикнул. Понял. Еврей. Я еврей. О, точняк. Новая позывала. Дайте ей все равно откатиться. Был один еврей, теперь два. Да, я пока бью минуту. Все равно упал. А, остался плохо. Ну ладно, тогда. Нет, слава, читерская давай. Позиция, конечно. Не стоим в этих долбанных ручейках. Стоишь, и только еби. А,
Обычно ее дают хилом. Стоишь, тупо хилишь. Русская еврейка? Ужас. И такие бывают. Какая идеальная тишина. Прямо засыпаю. Я остаюсь. Кошмар, терзавший меня, развеялся. Дай ты осколок печтерни. Мне и падло анекдоты травить, блядь. Не может быть. Она погибла. Кто у нас там друг с другом родился? Раз, надо их позвать родиться, чтобы хоть какая-то развлекаловка была. Чё-чё? Кто нас там любил друг с другом спорить постоянно? Надо их здесь позвать. Танатос и Заханыч. А Танатос что, в мьюте сидит? Не анмутайте этого фрика, не надо. Танатос, ты в муте? Давай я тебя размучу. Не надо, блядь. Танатос ушел музыку слушать. Слава богу, нахуй. Дай бог ему здоровья. Чего, я можно промолчу. Присумонить? Заходи в инст, ты пыхайся в оранжере. Какой сум? Тут портал прямо к нам. В натуре, ты чё? Я не хожу в дом. Давай, 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 заходи в оранжерею, не ленись. Танатос, хуй тебе в нос. Опа, нормальная тема, кстати. Закхана, что ступишь? Да не я выиграл, он этот самый... Я вижу, там их две. А, бля, я просто не знаю, как они выглядят. Они пиздато выглядят или нет? Да мне просто носить, у меня вообще бичевский шмот. А, носить, то бери, блядь, ладно. Так, черепковый, дошкор нет. Юля, мелкий, отведет, и будем заливать. Пойду пожрать, что не возьму. Захвати мне кофе, пожалуйста. Либо сигарет. Не мне, зеленый чай с лимоном. Блин, тогда, наверное, даже не просто кофе, латте захвати. Тогда капучинку. Капучинку? Почему капучинку? Не знаю. Захотелось. Твой, давай. Корни, плеточнику скажу. Ну, решили сгощаться. Ну, сгощайтесь. Я не видел был. Отойди, крикни, там его закорми. Либо мелкий отведите подальше от стража. И не вливайтесь в него. Лейте мелкий трэш. Что бы сказать хорошего такого? Пошлите дальше. Деревья оставляем, будем хэймить. Так, где кто тут ни разу не был в хэйме? Так стрелся. Смотрел. На боссе будет периодически выходить трэш. Это трэш надо будет заливать. Первая механика. Второе. Периодически босс будет кастовать дрожь земли. Тебе надо будет в этот момент остановить все свои косты, чтобы не слутать дамаг и сало. Третье. Периодически босс будет кидать лучи с неба. Из этих лучей надо будет выходить, так как они наносят много дамага. Кто такое пишет? Ой, это так не пугает. Я очень-очень злой человек. Thank you.
Че, правильно, блядь, старого токсика надо убирать, нахуй, а то заебал уже, блядь. Че, закипербулили тебя, да? Даже не знаю, что сказать. Не, ой, дальше будет все равно твердить, не переживай, этот выпуск не надо. Тебе это нравится, у тебя получается, ты людей умеешь хуесосить, я не умею. Нет, те 20 тел, которые сейчас в людей, их наоборот, их надо хвалить даже, что они сюда пришли. А тех пятерых, кто не пришел, надо похуесосить. Идем по воде в Фрейвне, засыпаем, она стоит слева, обходим ее осторожненько все. Плёточнику сначала корни, потом уже трэш сам к нам придет. И убиваем. Не ломайте систему. Братья, ладно. Давай, Войд, беги к нам. Ну, терпеливый буря бой. Если рыбы, тут это 1-2 минут времени много не убудет. Я думаю, чем бы еще этот ритм надо подзадержать. Босса не спульте, сзади идет. Отойдите подальше, все вперед пройдите. Тотем уберите. Блять, кто не пойдет, ГП дадим. Тотемы убрали, сука, пидоры вонючие. Ёбаные бичи. Умрите все. Это, кстати, старый сагрил. Просто я умрите все. Я всё видел. ГП старому туда. Не бегайте, быстрее ляжьте и порисуемся. Не зря ж гильду качаешь, чтобы у нас резать. Не вставайте, там диван. Сейчас это, ебется. Давай, Войд, снимай диван, исправляй свой пул. Давай свой великолепный масс-рез. Своей 25-й. Левелы гильды. Даем фури баф. Сейчас скиллапы 300 инту. Ну. Свежее, только что приготовил, да? Примутовка. Ничего. Кости не повыбирал. Юля, давай начнем с нимфы, заблудший. Вот и пенюки. Ладно. Ну, с этого трэша. Так-то пофиг какой чистить. Войд, забеги наперед, дай сразу плёточнику, стражу корни. Кто куда? Нет, ладно, нимфу. Пошли другим маршрутом. Они использовали все, что можно. Ладно, бьем все, что можно. Главное, держи корни на плёточнике. Мы же сильные, да? Тайму просили. И плёточник разгибли. Какой плёточник? Да блин, какую еще не плёл нам?
где там эта дура. Давайте, последняя пачка трэша. Мы будем готовиться бить босса. Захарыч, ну расскажи хоть какой-нибудь анекдот. Ну пипец, стрёмно даже, когда такая тишина в Дисе. Он замутился. Вон там фулмут. Ну ой, что такое, ты о чем? Давайте, отбиваемся и бафаемся. Сука, не обращай внимания, его плохо просто. Люди, не ломайте полипавер, там все было хорошо выставлено, пожалуйста, не извращайте. Ёбаный паровозник. Ну будьте питерами. Давайте. Сейчас в босса не вливаемся, даем Юле набрать игру. Ждем первый трэш, потом уже можете себе накручивать излишний ДПС. Аккуратно вливаем их. Не сливаем их всех одновременно, из лучей вышли, вышли из лучей, не лутаем дамаг. Залили дерево. Дерево свичнулись. Молодцы. Массакрос, да? Узвел. Вышли из лучей. Все, чилим до следующего трэша. На 20, на 25, как думаешь, зальем? Или не зальем? Зальем. Окей. Свично низ в дерево, дарья, нара, зеленое бревно. Эти одновременно. Надо залить одновременно. Потоплю точника, по приори. Потоплю точника больше, больше в него дайте. Долейте его быстренько. Маунс. Вышли из луж. Из лучей. Ну, твоя частичка закончилась. Убили дар, он в реке. Вышли с лучей. Стоп, каст. Блять, поздно сказал. Сейчас, скорее всего, будет большой с грибами. Чтобы не ловить сало, заходим под грибы. Не заливаем моба. Вышли с лучей, перемените под другую гриб. Залили дар, он рядышком с нами. Маунтс. Стоп, каст. Поздно снова сказал. Вышли с лучей. В грибах уже можете не стоять. Ой, дай, пожалуйста, тренер по графелю. Вышли с лучей. Снова заходим под грибы, под грибы. Свичнулись в дар. Быстренько-быстренько зеленое дерево. Дальше бьем мобам. Если ваш гриб пропал, забегите под другую. Тот, что поменьше. Случай, вы бегите. Дайте больше в мобам.
Блин, так долго умирает. Молодцы. Вышли случай. Стрейся, ты хули, блядь, лежишь нахуй. Нахуй я тебя резал. Дар, слева, около реки. Быстренько. Этих всех сразу не убейте. Сейчас чуть-чуть позже с Машкой дам. Давайте заливаем. Молодцы. Давайте Геру и Бурстим. Чисто в босса, с лучей вышли. Еще. Мобы еще будут. Да, свичнулись. Около озера. Давайте, все бурсты, не жалейте. Этих кливаем. Юля, забери на себя всех, пожалуйста, постарайся. Вышли случаи, мы стоим. Хватоплёта. Дайте хватоплёта. Фулл ДПС по хватоплёту. Дар. По центру, да. Там воскрес. Что там в фрейпах? Ну, не переводим её. Ладно, убиваем трэш. Жалко очень. Хватоплёта. Хватоплёта и указового. Быстро. Равномерно. Добейте быстро грозового. Случаи вышли. Перебегаем на другую сторону, через реку. Сейчас все подорветесь. Возвращаемся в центр. Там, где изначально стояли. Ой, пиздец. Перебегаем. Хоть кто-то, доживите там. В основном темпить уже. Не так много осталось. Перебегаем за боссом. Побежали обратно. РДДшки, да, маунт. Случай вышло. Перебегаем обратно на другую сторону. Просто бегаем за Фрей, Юли нам все поводит. Дар, свичнулись. Быстро. Да умри ты, дура, уже вонючий. Ты. Стоп. Все-то. Благодарю вас, герой. Теперь все-то поехаемся в искру воображения. Великолепнейший конструктор Лего.
Сейчас забегаем, рассасываемся полукругом, разваливаемся, кому чего не хватает.